этот случай, как и все остальные такого плана случаи, конечно же, ужасны. Брат погибшего ребеночка должен вернуться в Россию, потому что этим людям, к сожалению, доверять уже нельзя. Дорогие друзья, очень важна ваша поддержка. Приходите 2 марта на Гоголевский бульвар, где будет проходить марш в защиту детей. Будете вы, будет защита.